Мы стараемся отслеживать изменения в экономике, изменения в жизни бизнеса и пытаемся создавать новые спектры услуг, чтобы это соответствовало духу времени. Ну, например, электронные торги. Сегодня вся страна, госзаказ идет через электронные торги. Мы первыми среди палат начали выдавать электронную цифровую подпись. Мы стали обучать поставщиков, заказчиков. Мы создали электронный торговый зал. Эти услуги берут на вооружение. Мы создали в палате последние 5 лет международный центр подготовки, переподготовки кадров, потому что экономика испытывает сегодня потребность в специалистах. Мы работаем по охране труда. Сегодня руководство страны, правительство требует социальных гарантий для бизнеса, защищенности бизнеса. Поэтому мы охрану труда освоили и помогаем предпринимателям решать эти вопросы. У нас будет программа озвучена на 5 лет. Ну и если вы дождетесь до конца, то вы услышите сегодня интересные новые, что нас ждет на следующие 5 лет.